В эти дни в Краевом центре проходят сразу две специализированных выставки – строительство архитектуры и техстройэкспо-дороги. Участие в них принимают больше 250 компаний из 5 стран мира, в том числе Германии, Польши, Латвии и Беларуси. В большом количестве представлены и новейшие разработки российских производителей. Есть и современная спецодежда для различных отраслей промышленности. К примеру, компания «Техноавиа» предлагает краевым предприятиям специальные очки, респираторы, наушники, сварочные щитки. И это далеко не полный список того, что поможет сберечь здоровье работников любого производства. Мы являемся одним из крупных предприятий России по обеспечению предприятий средствами индивидуальной защиты. Наша компания производит высококачественную спецодежду и спецобувь, а также является официальным дистрибьютором мировых брендов посредством индивидуальной защиты. Специалисты нашей компании осуществляют выезд на предприятие и совместно со специалистами техники безопасности и охраны труда осуществляют оценку рисков на предприятии и, соответственно, исходя из результатов этой оценки, подбирают средства индивидуальной защиты. Кроме того, на выставке в большом количестве представлена дорожно-строительная и лесозаготовительная техника. Например, вот такие машины сейчас используют при строительстве Красноярского аэропорта, подъездных путей к 4-му мосту. Они пользуются большим спросом у лесозаготовителей, дорожных и коммунальных служб. Мы предлагаем на данной выставке это дорожно-строительное оборудование John Deere, непосредственно экскаватор-погрузчик, грейдеры, бульдозеры, автопогрузчики, фронтальные погрузчики. Наша линейка сервисная обслуживание, запасные части, автомасла, рукава. Это все у нас.